Всем привет! Простите, что так темно. Мы снимаем на телефон. У нас уже вечер. В общем, мы хотим сегодня записать ответы на вопросы эстафеты, которые гуляют по YouTube. А эстафету мне передала блогер Князева Оксана «Жизнь во всей своей красе». Но я подозреваю, что хозяйка этой эстафеты, Лика, привет, Лика, канал «Мое субъективное Таро». Я ссылки на два эти канала оставлю под описанием. Так, первый вопрос эстафеты. Вась, включаешься? Да? Будешь тоже отвечать? Угу. Так, любите ли вы деньги и почему? Мы любим деньги. Конечно. Как же без денег? Да. Деньги мы любим. Потому что деньги сами по себе, они нейтральны. Зла они не несут. А вот кто как ими распоряжается, вот это уже другой вопрос. Почему мы их любим? Потому что для нас это средство для того, чтобы что-то купить, приобрести. Так, дальше. Хотели бы вы обладать роскошью? И опять почему? Ну, наверное, да. Я не знаю, у нас сейчас... Так, чтобы посветлее-то немножко было. Ксюша. Тебя не видно. Давай, вот, ну ладно. Еще раз простите, что так темно. Роскоши у нас сейчас нет. Но, думаю, если появится возможность... И надобность ее купить, наверное, мы ее купим. Зачем-то люди же ее покупают. Так, хотите ли вы... Нет, любите ли вы халяву? Ну, даже есть такая фраза, да, кто ж не любит халяву. Я не знаю, любим мы халяву или нет. Бесплатный сыр, он бывает в мышеловке только для второй и последующей мышки. Первая мышка за него платит жизнью. Но когда что-то получаешь бесплатно, в принципе, мы, наверное, это называем по-другому, да? Бонус. Мы называем это бонусом. Так, дальше. Любите ли вы подарки? Да, мы подарки любим. Правда? Вася, любишь подарки? Да, особенно от мамы. Так. Почему? Ну, потому что приятно получать подарки. Вася, приятно получать подарки? Да. Приятно. Дальше. Хорошо или плохо, когда блогер зарабатывает не только от YouTube, а и от благодарных пожертвований зрителей? Ну, вот здесь вот нужно, наверное, поставить разграничение. Зарабатывает и пожертвования. Это две вообще диаметральные противоположности, да? Я за, если блогер действительно зарабатывает на YouTube. То есть он выпускает ролики, он работает, он ищет что-то интересное, он пытается привлечь зрителей, размещает на своем канале рекламу, ищет каких-то там посредников и все прочее. Для меня это тоже работа. Я понимаю, насколько это тяжело. Но если идут уже пожертвования, то если... Так, скажем так, если блогер не выпрашивает их, то я отношусь к этому нейтрально. Ну, кто-то хочет помогать, пусть помогает. То есть вот кто-то там донаты ставит. Мне это... Лично мне это не мешает смотреть кого-то, если у них есть донат или номер карты указан. Но я, например, не стану указывать номер карты и ставить донат. Мне это не интересно, мне хочется именно заработать. Так, нас совсем не видно. Миш, помоги нам, включи вот ту лампочку, а. Я жду, вы записываете. Мы записываем, да. И твой голос тоже записали. У нас последний, шестой вопрос. Этот ты нам выключил. Нам вот тут включить надо. Хотели бы вы вырасти финансово благодаря YouTube? Конечно, хотели бы. Ну, финансово мы, конечно, не вырастим. Но вот получить монетку... Так, у меня еще тут блогеры подошли. Ну вот получить монетку, кто же ее не хочет получить? Мы хотим получить монетку, Светик? Угу. Хотим. А куда мы первую монетку потратим?
Я потратила на купальник. Вот, видите, у нас уже цель есть. Нам на следующий год девочкам нужно купить 2 купальника. Ну, если Лера вырастет, то 3. А если не вырастет, то 2. Компьютер. Компьютер? Да. Миш, еще компьютер надо купить. Мотивы-то на чем-то надо. Так. В общем, ответ положительный. Мы хотели бы вырасти финансово благодаря YouTube. Ну вот, на вопросы мы ответили. Мы хотим передать эстафету 3 каналам. Ссылки я тоже оставлю внизу. Так, первый канал — это Оля, принимай хвост, 4 лапы. Мы твою Боню обожаем. Так, Надежда и жизнь многодетной семьи. Надя, принимай. И мне так режет слух, когда ты называешь себя Надька. Ну, видимо, ласково называешь. Так, и еще один канал. Это уже Украина. Вот такая у нас сегодня международная будет раздача эстафеты. Ни город, ни село. Наталья Антоновна, принимайте. Я так понимаю, вы за любой кипиш, кроме последнего, да? Вам все интересно. Человек, скажем так, уже на пенсии, открыл для себя YouTube и теперь радуется жизни. Так что подписывайтесь на этот канал, смотрите рассуждения Натальи Антоновны, очень интересные. А также советы вот у нее бывают по огородничеству, по каким-то там заготовочкам, вот мы тут смотрели. В общем, смотрите, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Пасюшенька, пока скажешь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А вон там у нас еще один блогер. Кто там у нас? Как блогера зовут? Снежана. Снежана. А Снежана что скажет? Любим мы подарки? Да. Обожаем, да? Вася хочет что-то сказать? Давай, Вася, уж наговорили много. Ну? И не забудьте, когда смотрите «Хвост 4 лапы», за Боню поставить лайк. Да, мы все любим эту собачку, нам так она нравится. И мне. Да, шиншилла нам тоже нравится, но это не то животное, которое хочется потискать. А вот Боню мы бы, наверное, затискали. Правда? И еще Лера, когда она отвечала, ну, она смотрела каналы, и она «Хвост 4 лапы» написала, показывай, снимайте почаще Боню. Да, Лера часто им пишет комментарии. Ну, всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте поставить пальчики вверх. Хорошо. Всем спасибо.